Корпоративный музей истории общества «Газпромдобыча Ямбург» представил на суд зрителей выставку работ мастера по исследованию скважин Александра Романова, признанного фотохудожника, лауреата многих российских и международных премий. Тематика экспозиции – природа Ямала и жизнь коренного населения Севера. Здесь представлена, можно сказать, малая часть той экспозиции, которая есть у меня в архиве. И эта выставка, она снималась с 2005 года. В разных выставках Александр Романов участвует с 2008 года. Его фотографии регулярно побеждают в различных номинациях конкурса «Самая красивая страна», который проводит Русское географическое общество. Для показа в Ямбурге мастер отобрал 40 работ. Все снимки сделаны в окрестностях поселка и месторождения. Конечно же, есть те работы, которые для меня очень дороги и памятные. Это работа «Маленький варк», которая стала победителем в номинации «Народы. Самая красивая страна». «Плюшевый мишка» тоже «Самая красивая страна». А также «Веселый разговор». Это она «Достояние поколений» тоже. Это наши российские конкурсы. Фотография как вид искусства – это еще и кропотливый труд. Отказ от пленки и массовый переход на цифровые носители, который произошел в начале 2000-х, дал огромную свободу творчества, но появилась проблема выбора лучшей работы. Из тысячи может один кадр только получиться. Это вот в среднем. Именно лучшие работы мастера фотографии жители Ямбурга сейчас могут увидеть, посетив картинную галерею корпоративного музея. На выставке побывал корреспондент Юрий Григо.